Девочки, всем привет! Добро снова пожаловать на новый канал. Сейчас мы с вами отправляемся на шопинг. Мы с вами поедем в TJ Maxx, в Marshalls, во все дискаунтеры. Посмотрим, что там есть. Мне нужно купить кое-что для дома. Посмотрим, что новенького, что есть новенького из уходки. Я там уже не была 100 лет. И да, проведем этот день вместе. У нас отличная погода. Я покажу вам, что буду покупать и вообще, что там будет интересного. Я одета вот так вот, чисто на джинсиках, на эспадрильках. В общем, да, я иду с подружкой, между прочим, вы с ней познакомитесь, ее зовут Вероничка. Давайте отправляться. Я совсем забыла, что я снимаю влог, мы уже в Маршалсе. Я уже начала потихоньку брать, что мне нужно. Мне домой нужны были тапки, смотрите, классные тапки нашла. Какая прелесть просто вообще, 7,99. Тапочки нашла, маску Доктор Джарт нашла на 6,99. Нужен был стакан для кистей, ватные диски, щипачки для ногтей, в общем... Пока беру все по мелочи, чисто что нужно домой. Мне еще нужно поискать пижамку. И будем ходить еще с вами по домашним вещам. Точнее, по обычным и по декору. Из уходки ничего интересного ты особо не вижу. Есть такие маленькие наборчики Purity по 10 долларов. Санскрины. Так, если честно, ничего интересного. Может, здесь мексиканки, они так громко разговаривают, они просто орут. У меня уже голова начинает от них болеть. А, видела ланежевские вот эти масочки для губ, они очень классненькие на самом деле. А, у меня сейчас просто есть бальзамы для губ, но стоит 22 доллара целый набор, это очень дешево. Еще я видела где-то, вот это знаменитый их Sleeping Mask. У меня есть такая зеленая, которая с сикой, она мне больше нравится. Но, или с цикой, не суть. Ну, в общем, здесь я вижу такую синенькую. Она здесь стоит 20 долларов. Она столько же стоит на корейских сайтах. Но в Sephora она стоит в 2 раза дороже. Дошла до косметики. Есть здесь такие контурирующие классные карандаши от Benefit для бровей. Здесь у нас в одном карандаше целых 4. Мне кажется, они должны быть очень крутые. Стоят они 9,99. Я брать не буду, потому что мне просто для бровей ничего не нужно. Но вообще, на самом деле, сама идея, мне кажется, очень интересна. Появились разные пасхальные украшения, пасхальная посуда, такое все миленькое. Даже видите, сковородки есть, цвет сковородки, боулы. Все очень красивенько, для печенюшек вырезка. Я так люблю такие все штучки тематические. Так, я отправляюсь в снеки, буду искать, что мне нужно из еды взять. Так, мы с вами в Саксе. Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь есть на скидочках. Из обуви, из сумочек. Просто ради интереса. Такие милашные вишенки. Очень много, конечно, здесь классной обуви по очень хорошим скидкам. Но много, конечно, всякой ерунды. Помните, были модные заноти такие, наверное, лет, не помню, сколько лет, 5 назад. Я удивлена, что они еще где-то есть. Крутейший каблук Баленсиаги. $640, а стоили 1300. Они же, конечно, здесь затерлись, как будто бы их уже не одно поколение относило. Я бы такие носила вот на загорелую ножку летом, мне кажется, очень круто. Не могу найти на них ценник. Стоили они 880 сейчас. Но это не они, здесь есть какой-то ценник. 299, но это точно не они. Так, тут у нас сумочки.
вот все, что у нас на скидках. Сумочки Барбери висят классические. Мне кажется, Барбери это уже такой умирающий бренд. Барбери, точнее, правильно. Мне нравятся такие туфельки, а Вероника сказала, что это фуфлер. А мне кажется, классные. Вероника говорит, вот это бомбитосные. А мне такие не нравки. Это просто бомбитосик. Непонятные шлепки за $90. Какие? А вот туфли... Фуфлер Рандал, поняла? Злая ты. Фуфлер. Злая. Не, ну фуфлер есть фуфлер. Дальше мы с вами пойдем в TJ Maxx, еще в Marshalls, в Ross. В Marshalls мне надо очень много всего купить. Мне нужно купить до дома там кое-что из посуды. Короче, всякую ерунду. Вот. Отправляемся. Мне кажется, что я последний раз была в TJ Maxx около полугода назад, и почти ничего не изменилось. Кисточки Sigma 699, они почти столько же и стоят. Я видела на сайте TJ Maxx Online, что у них есть бьюти-блендеры. Но в магазинах их нету. Какой-то интересной косметики я здесь тоже не вижу. Вижу Lime Crime блески, но не везде на скидках. А вот это не блески, это что-то, наверное, карандаш для губ. Да. Ну, короче, на самом деле ничего особо интересного здесь я пока не видела. Что я вижу, обязательно вам покажу. Нашла консилер Urban Decay на скидке за 6,99. И тональная основа, которую очень много хвалили, Лора Мерсье, но я брать ее не буду, потому что мне не нужен тональник за 15. Но мало ли кому нужно, и кто-нибудь имеет доступ сюда. Много Бекки, я в прошлом видео уже говорила, что Бекка закрывается. Еще вот этот бренд, я не знаю, как его правильно читать, и, если честно, мне не очень понятна их идея общая, поэтому я его даже не смотрю. Но знаю, что он знаменит. Какая-то большая палетка еще Бекки. Bare Minerals, большие пудры огромные по 17,99. Нарс, какая-то хрюшка открыла и бросила. Что тут еще? Kat Von D для бровей продукты. Kat Von D тональник, он же не так давно вышел, что он здесь уже на скидке за 9,99. И больше вроде ничего такого брендового я здесь не вижу. Из уходки тут есть Laneige. Питер Томас Роч, Сейда, но, если честно, ничего нового или интересного, опять же, я тут не вижу. А вот этот бренд очень знаменитый. Какой-то кушон, видно, его уже руками кто-то потрогает, там полазил. Фарео щетки, я про такую рассказывала. Здесь она стоит $30, полная ерунда, она у меня сломалась. Благо, я ее получила в бьюти-боксе, поэтому мне было не так жалко. Парфюм. В общем, ладно, здесь ничего интересного. Мне нужен просто был еще каник спонж и ножнички. Больше здесь я ничего не беру. Очень много симпатичных чехлов для AirPods. Бежевые, блестящие, яркие, какие угодно. Вообще класс. А тут сколько разной милоты к Пасхе. Смотрите, какие гномики. Я так люблю это все, я прямо не могу, мне хочется пищать. Очень все красиво. Веночки. Красота. Какой красивый венок, смотрите, с ума сойти. Какая красотища, $20. Так, штуку для кексов. Нашла, что нужно, она сразу идет с силиконовыми формочками. Стоит 6,99. Мне такая нужна, потому что мама теперь пекарь. Ну, мама, имею в виду я. Так, мне еще нужно витамины посмотреть. Что-то я уже притомилась совсем. А еще нужно зайти в Nordstrom и в Ross.
Здесь тоже ничего интересного не нашла, купила штуку. Беру штуку для кексов. Буду печь кексы. Взяла консилер и тарелку. Все. Кстати, я не знаю, мне как-то, я, если честно, ожидала, что будет много всего. Я думала, карантин, за карантин у них наверняка накопилось бы много товара, и что люди сейчас не так много ходят, совсем мало людей в магазинах. А на самом деле смотреть и брать вообще нечего, прям пусто-пусто. И да, вот мы выбрались, у меня уже нет сил, Вереничка пошла в магазин еще посмотреть кое-что для волос, мне там ничего не нужно, я жду ее в машинке, и мы поедем еще покушаем. Может быть. Надеюсь. Вообще, на самом деле, я немножко разочаровалась, потому что я, как уже сказала, я ждала, что после карантина будет много всего интересного. Оказалось, ничего, только в Саксе понравилось мне много разных туфелек. Но туфельки мне не нужны. А так, да. Вот такая вот печаль. Наконец-то я доехала до дома, но уже стемнело, я очень устала, и сейчас вам быстро покажу, что я сегодня купила, и буду сворачивать этот влог. Все покупки у меня просто домашний лайфстайл, но может вам будет интересно. Я взяла вот такие тапочки, я их показывала вам уже, когда была в Маршес, и вообще просто супер прелестные, стоили они там, по-моему, $7, 8, вообще классные, с Memory Form, буду с удовольствием в них гонять. Дальше я взяла формы для кексов, я вам их также показывала. Чай, я очень люблю этот чай, это мой самый любимый, это который комплекс здесь трав для поддержки иммунитета. Дальше у нас печеньки, которые мне можно есть, это кето. Это у нас санскрин для тела. Две тарелки простые, одна большая, одна маленькая, просто мне нужны были обычные тарелки, не поверите. Потом взяла маленький наборчик по уходу для бровей, здесь у нас ножнички, щипчики, всякая чаще, он стоил 5,99, мне нужно было что-то для бровей. Там это приправа, это у нас коньячный спонж, я такими умываюсь, моему пришло время поменять, я как раз таки нашла новый. Что у нас во втором пакете? Еще приправа. Щипчики для маникюра. Маска Доктор Джарт увлажняющая, такая классная в стакане, мне очень нравится эта серия, но я не пробовала увлажняющую. Вот стаканчик для свистей, потому что у меня стоят они в банке из-под кофе. Масло эфирное мята, я пользуюсь в увлажнитель воздуха. Ватные диски. Это что, я уже не помню. Надо раз увидеть. А, это, наверное, свечка. Потому что у меня позаканчивались почти все свечи. Свечка я взяла, очень приятно пахнет свежим бельем постельным. И тут у нас разные тарелки, чтобы мешать салаты, тесто и вообще что угодно. И они также идут с крышками, они здесь разных размеров, удобно, можно будет хранить еду просто в холодильнике, который, например, остается, либо готовить заранее на несколько дней. В общем, вот, на самом деле совсем немного, казалось бы, но в то же время много. На этом все. Вот такой у нас вышел день, такие покупочки. Надеюсь, вам было интересно. Я люблю ходить в магазин, я люблю смотреть подобные влоги. Не знаю почему, мне кажется, они просто... Они как бы бесполезны, но разгружают мозги. Поэтому, да, спасибо, что вы были со мной. Всем хорошего дня и до скорой встречи.